Если хочешь стать известным, слушай вредные советы. Будет всех твоим портретом ДПС пугать детей. Девочки и мальчики, все, без исключения, изучайте правила дорожного движения. Подошел ты к перекрестку, не смотри на светофор, он такой непостоянный, странный, кто его поймет? То зеленым, то красным, желтым, глазом хитро подмигнет. В общем, смело дуй вперед, красный, стой, готовься, желтый, а зеленый иди. Будь внимательным и стойким, не беги, сигнал жди. Ну а если вы решили поиграть в футбол с друзьями, место нужно поровней, без оврагов выбирай. В общем, лучше, чем дорога, место просто не сыскать. Чтоб не было несчастья, запомните, друзья, что на проезжей части играть нельзя. Если ты спешишь куда-то, чтоб зря время не терять, не смотри ты влево-вправо, ты все видел там 100 раз. А беги, как угорелый, только не по переходу, попадешь тогда быстрей ты к хирургу на прием. Светофора рядом нет, знак дорожный даст совет, надо чуть вперед пройти, там, где зебра на пути, пешеходный переход, можно двигаться вперед. Только очень осторожно, влево, вправо посмотреть, не бежать и не лететь, и без лишней суеты перейдешь дорогу ты. Ну а если вдруг навстречу тебе выехал трамвай, будь героем, не теряйся и бросайся на таран. Для машины знают все, есть дороги, есть шоссе, помнит также мал и стар, пешеходом тротуар. Ну а если перед сном вдруг захочешь прогуляться, надевай темней одежду, в сумраке не выделяйся. Фликер – это знак такой, очень нужный нам с тобой. С наступлением темноты будешь с ним заметен ты. К правилам дорожного движения отношусь я с уважением. Изучаю, не ленюсь, в ДТП не попадусь. А правил, кто не знает, пусть возьмет и прочитает.